Общаемся с победительницей финала Кубка Девятьярова, второго этапа Кубка России. Женя Щипкова. Сейчас она представляет Тюменскую область, я так понимаю, да? Ну, бывшая воспитанница Нытвы, тренера Щипкова. Вот хотели бы у тебя спросить, как тебе условия соревнования сегодняшние, как трасса, как самочувствие, как борьба? Ну, трасса хорошая, потому что по сравнению, если я была дома сейчас, буквально 200 километров, что там снега вообще нету. Здесь молодцы подкидывают, где грязно, чтобы все условия для нас были по самочувствию. Было немного тяжело, потому что после первого этапа Кубка России приболела. И такого вообще не участвовала сейчас 10 дней. И буквально вот 2 дня более-менее покаталась. И пролог было тяжеловато, но с каждым забегом... Видать, немножко это приходило в себя. Все, это хорошо.